проигрыватель виниловых пластинок, клон, ну как бы такой похож он на мой любимый Technics 1210 МК2, который я юзаю уже лет 12. Они наделали клонов миллион, всякие там пионеры, шмунеры, все что угодно, как обзовут. Этот вот называется American Audio TTD 2400. Он прямоприводный. Вот. Что-то тут написали профессиональный. Не знаю, что тут профессионального. Но так-то неплохо в своей ценовой категории. Так же, как у Technics включается вот эта штучка. Также Pitch Control. Так, читаю, чуть не могу найти. Но похоже, у него тут он, да, ручной, никакого кварца нет. Регулируется по стробоскопу. Значит, 50 Гц у нас частота. Значит, вот по этой верхней рисочке будет 33. 45 у меня нет пластинки. Но, по идее, он станет сюда. Все покажу. Значит, две скорости воспроизведения. 30 45. Питание у него 220 вольт на мощных лапах. Вот такой тонар, похож, но не Technics. И цена, конечно, не как у Technics. Питание 220 вольт. Вот, значит, у него нету фонокабеля. Так, выключу, чтобы не гудело. Вот, у меня есть для проверки. Поставляться не будет. Кому надо, могу предложить. У меня есть фирменные по 3500. Есть нефирменные. Такие вот японские стоковые. Значит, производство, соответственно, даже непонятно кто. Но я так думаю, сделан он не в Японии. Вот серийный номер у него такой. Состояние у него отличная, крышка темного стекла. Вот. Головка с шелом начального уровня. IT-91. Все, начнем проверять, как он работает. Вот, значит, здесь есть специальное зацепление. Выводим. Он полностью ручного управления, так же как Technics 1210 МК2. Никаких возвратов. Все ручкой. Выводим на первый трек. И нажимаем кнопку старт-стоп. Резкий старт-стоп. Это вот это у них нет нет. Это значит очень хорошо. Так, выбираем 33-ю скорость. Вот она здесь вот так вот стоит мертвецки, потому что она стоит в нулях. Если мы ее увидим сюда, вот, ну я рукой там, а здесь смотрим, она побежала. В нулях раз стала, раз сюда побежала, раз стала. Скорость держит великолепно, великолепно. Так, ну и все, опускаем. Ага. Так, извиняюсь, не включил. Когда штекер менял, не менял, а показывал. Ось не включил. Так, опускаем. Ну, игла отлично. Ушатанная моя пластиночка поет чудодейственно. Правый канал работает, стерео, левый канал все работает. Есть гнездо для дополнительных шелов, есть ниша для переходника на 45. Ну, 45 включу. Мертвый тоже стоит, скорость. В общем-то, хорошо выходит на 45 и 33. Не написали они, все-таки он кварцованный.
Но это их проблема. Е-серия. Микролифт плавный. Похож на аудиотехнику. Я говорю, это их там немерено под таким названием. Пионеры аудиотехники, но это не Technics. Technics бы стоил в таком состоянии 1060 минимум. Крышечка без сколов, царапин. Петельки все в идеале.